молодежь, были параплане, также Анатолий, сейчас ты, Денис. Это Денис, да. Я же в тумане, пришли на старт, 2700, на хаду, вот. Сейчас будем стартовать. Никуда. Если надо будет прибежать, куда я скажу. Ага. Бежим, знаешь, куда? Давай немножко сместимся. Левее, чуть-чуть левее сместимся. Все, достаточно. Бежать будем вот в этом направлении. Угу. Ты меня будешь тянуть, это твое первое ощущение будет. Тяни активно, уверенно, а потом ускоришься. Потом я скажу, сел, в этот момент сразу садишься и повыше ножки. Угу. Уголок делаешь. Помнишь на физкультуре, как ты уголок делал? Помню. Который плохо получался. Здесь буквально на секунду надо будет поднять ноги. Если немножко уголок, тянешь коленки вверх. В общем, не дотрогивайся до земли, до снега, потому что я буду скользить. Не тормози меня, хорошо? Постараюсь, хорошо. Все? Готов? Все, я бегу. Тянет, тянет. Повторяется. Вот, тянет. Так, давай.